Всем привет, с вами Стив. Сегодня я вам скажу, как узнать. Сначала принесу теперь делаем вот. Нажимаем на вот это. Как на помещение инструмента класса. Далее мы теперь мы спокойно можем добавить другой текст. Вот, например, я сюда введу SMF. Ну ладно, ребят, на этом с вами заканчиваем данное видео. С вами был я, Стив. Всем пока!